Смешал перекись водорода с лимонной кислотой. Эффект удивительный. Теперь применяю этот способ постоянно. Смешал перекись водорода с лимонной кислотой и даже не ожидал такого эффекта. Теперь делаю это каждый раз. Результат реально поражает. Приветствую всех, друзья! Сегодня покажу вам кое-что простое, но невероятно полезное. Будет короткое видео, зато с очень наглядным результатом. Многие даже не догадываются, что из обычной лимонной кислоты и перекиси водорода можно сделать такую мощную штуку. Погнали разбираться. Нам понадобится всего три вещи – перекись, лимонка и емкость. Я взял прозрачный пластиковый стакан, чтобы вы все видели. Засыпаю туда две упаковки лимонной кислоты, по 10 граммов каждая. А теперь, внимание, добавляю два флакона перекиси водорода. И тут начинается самое интересное. Начинаю перемешивать, и буквально через пару секунд жидкость начинает слегка шипеть. Уже в этот момент видно, что что-то происходит. Раствор готов. И теперь, друзья, покажу, зачем все это нужно. У меня есть кучка ржавого железа, гайки, втулка, штуцер и металлическая пластина. Посмотрите, в каком они состоянии, сплошная коррозия. Вы не поверите, но этот простой раствор способен справиться даже с такой ржавчиной. Помещаю детали в раствор. Некоторые полностью, некоторые частично, чтобы был виден контраст. И вот, смотрите, буквально через несколько секунд металл начинает покрываться пузырьками, а сама жидкость шипит. Пошла реакция. Выглядит будто варево из химической лаборатории. Прошло минут 20. Реакция активно идет. Я оставляю все как есть и иду заниматься своими делами. Но уже не терпится увидеть результат. Кстати, маленький лайфхак. Не выбрасывайте пустой флакон от перекиси. Он идеально подходит в качестве масленки для работы с инструментами. Прошло почти 4 часа. Реакция остановилась. Заглядываю в стакан. Раствор стал мутно-коричневым. Что же, момент истины. Достаем железки. Первое. Металлическая полоска. Вау! Поверхность как новая. Штуцер. Та же история. А вот и гайки. Смотрим, абсолютно чистая резьба. Как снаружи, так и внутри, ни следа от ржавчины. Даже в труднодоступных местах. Эта корончатая гайка вообще была в ужасном состоянии, а теперь будто с завода. Я в полном восторге. Не ожидал, что сработает настолько эффективно. Минимум усилий, копеечные ингредиенты, а результат реально вау. Если вы когда-либо имели дело с ржавыми болтами, это просто находка. Вот такой получился простой, но мощный способ. Друзья, напишите в комментариях, пробовали ли вы что-то подобное. А может, знаете свои крутые рецепты? Делитесь. Если видео было полезным, поставьте лайк, мне будет приятно. И обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые интересные штуки. Всем отличного настроения и до скорых встреч. Пока-пока.